На предприятии «Гродно-водоканал» модернизация. Там отремонтировали административно-хозяйственную часть здания и оптимизировали сервисный информационный центр по обслуживанию населения. Насколько удобнее стало пользоваться услугами и кто из специалистов переехал на первый этаж, рассказали на предприятии. В первую очередь модернизация коснулась работы с клиентами. Так, сервисный информационный центр по обслуживанию населения был полностью переоборудован и обновлен. Теперь здесь появились два основных окна для работы с потребителями. Более того, по вторникам и четвергам будет задействован производственно-технический отдел, где можно решить вопросы, связанные с подключением к сетям, согласованием проектов и выдачей разрешений на производство земляных работ. Первые клиенты уже успели оценить работу. Трудно стало в том, что вот подходишь отдельно к окошку, и уже тебя ничего не отвлекает. Оператор сидит и с тобой непосредственно занимается твоим вопросом. Если раньше это было в одном кабинете, был один стол, второй, то теперь определенное окошко и очень удобно. Еще одна особенность. Теперь первый этаж будут занимать технические работники, которые занимаются вопросами канализации, водопровода и другими. Это сделано для того, чтобы в случае необходимости специалисты могли оперативно разъяснить все нюансы и помочь человеку найти лучшее решение. Человек, зайдя к нам в помещение, да, к нам в холл, он встречается с администратором. И администратор непосредственно, выслушав человека, он направит, либо сам решит вопрос с гражданином, либо направит к тому оператору, которому нужно. Поэтому основной акцент был сделан на то, чтобы было удобно нашим гражданам.